Дикобраз альбинос по кличке Зефир. Енот Тучка, любитель печенек и обнимашек. Лисичка Воришка, любопытная Насухи. Эти и другие звезды большой столичной семьи Менского зоопарка приехали сегодня для того, чтобы показать себя и пообщаться. Пушистые, веселые, ползучие и прыгающие. Все это они, животные Зверополюса. Внимание здесь любит каждый. А еще животные с удовольствием принимают из рук посетителей вкусняшки, позируют для фото. У нас очень уникальный зоопарк, у нас очень много спасенных животных и интересных животных. То есть все животные абсолютно контактные, то есть от экзотики до хищников. Зверюшки в зоопарке расположены в двух отдельных локациях. Часть в открытых вольерах, это в основном травоядные обитатели. Козочки, забавные зайки-подружки, курочки необычных пород, утки и овечка. Конечно, любимец всех детей – огромный дикобраз Зефир. Ну а по другую сторону – хищники. Правда, здесь они максимально контактные и общительные. Вкусняшки принимают охотно все, а еще с удовольствием осматривают и обнюхивают новых посетителей. Вот, например, нашего оператора долго не отпускала лисичка. Очень уж интересно ей показалась камера, но и другие не отстают. Будьте готовы, что Насухи обязательно захотят выяснить, что интересного есть у вас в карманах, а то и вовсе решат посидеть у вас на плечах. Ну а енот может и вкусняшку попросить, и на задних лапах постоять, и руку пожать. Есть обитатели более привычные глазу. Сегодня в зоопарке живут две кошки, которые не упускают возможности залезть на ручки и помурлыкать. К слову, оба представителя кошачьих сегодня ищут дом. Их подбросили в зоопарк еще котятами. Сегодня это уже взрослые коты, которые готовы стать членами вашей семьи. Приобрести тут можно еще и улиток, охотин, а также водных черепашек. Охотины – это питомцы, не требующие большого внимания и неприхотливые в выборе еды. Кушают они любые овощи и фрукты, живут в контейнерах, а вот выглядят очень экзотично, сразу привлекают внимание. Кстати, уже в первые дни работы зоопарка большую часть улиток раскупили. Настолько понравились солигорчанам эти забавные существа. Ну а по соседству с улитками и черепахами живут настоящие змеи. Сегодня это два полоза. Рептилии, к слову, полностью безопасные и очень контактные. В зоопарке работает еще и фотограф, так что после общения со зверюшками вы можете приобрести, например, магнит, который станет прекрасным сувениром на память. Зоопарк работает во Дворце культуры, билеты можно приобрести в кассе. Приходите к нам, пожалуйста, у нас очень интересно, очень много позитивных эмоций испытаете. Животные всегда дают хорошие эмоции. Эмоции даже лечат душевные раны.